Всем привет, ребята, меня зовут Илья, и... А что с моей шеей? Ёлки-палки, я скоро жирафом уже стану. Реально, ребята, я становлюсь каким-то жирафом. Господи, тут настоящие жирафы, ребят, ходят шеи. Так, и что нам тут надо делать? Я так понимаю... Ага. Нам надо забираться вверх. Прыжок через стену, трудность 2 победы. Понятно, так... Мы пока не можем запрыгнуть, потому что у нас шея. Господи, конечно, ребят, лагает очень сильно. Ну что ж, как обычно, мы стоим в АФК. Ну что ж, я... какой я от первого лица, ребят? Посмотрите на меня. От первого лица я. А вот он, я... третьего лица. Ну что ж, будем прыгать, ребята. Так, опа. Я что, даже еще и это не могу перепрыгнуть? Вы издеваетесь? А то сколько мне надо стоять тут в АФК? Наверное, здесь надо стоять столько в АФК, пока у тебя шея до космоса не вырастет. Смотрите, ребят, как я могу, да? Видите мою шею? Да, вот она. Смотрите, нажимаю на прыжок, оп, и я уже тут. А теперь снова нажимаем на расти. Ай, какая шея у меня длинная. Снова прыжок. И я что, я никуда не поднялся? Подождите-ка, сейчас я посмотрю. Снова прыжок. Нет, ребят, я поднимаюсь. Я длинношеевый. Так, давайте еще раз прыгнем. Так, а мне кажется, все. Теперь опять стоим в АФК. А, нет, я смогу допрыгнуть. Да, прям чуть-чуть смог. Так, давайте еще поднимаемся. Наша шея будет расти. До тех пор, пока не отвалится. Какая же длинная шея у этого чела. Посмотрите, вот откуда она начинается. Вот видите, там чел на голубой какой-то стоит штуке. Ничего себе, чел, наверное, в АФК долго стоит. Чел просто отсоединился, и все. Наверное... Шея оторвалась. Ребят, посмотрите на мою шею. Мне кажется, я пока самый длинношеевый среди этого этапа. Хотя нет. Уже кто-то допрыгнул. Прыжок! Фух, я допрыгнул. Теперь наша шея растет. Мне почему-то напоминает, это какой-то столб. Люди прыгают, используют свою шею как пружинка какая-то. Посмотрите, он прыгает как пружины какие-то. Ну что ж, подожду еще в АФК. Впервые я так долго жду уже. Давайте, ребят, совершим прыжок. Фух. Так, а теперь снова растем. Ребят, я, наверное, так долго буду. Я не знаю, мне уже... Я не знаю. Мне просто хочется стать как этот жираф. У меня, мне кажется... Шея длиннее, чем у жирафа. Так, ребята, давайте прыжок совершим. Фу, кстати, что тут за пэты? Мне просто интересно. Так. У меня пока еще недоступно, я так понимаю, да? Поэтому у меня пишет, ну ладно, короче, я не понял. Так, давайте, ребята, подождем еще немного. Так, ой, расти. Это что сейчас было? Что за шея? Так, ну и нам вот то-то тут до победы немного осталось. Кстати, что у нас по призу? Какая-то золотая башка. Да бабе. То есть я сюда лезу ради какой-то золотой башки да бабе? Ребята, я допрыгнул таким образом. Я прыгнул вот так тут, смотрите, вот так. Вот так и прыжок все вот так совершил. Господи, я всех там распугал. Ладно, давайте уменьшимся все-таки. Так, ну и посмотрим. Да бабе, о великий, да бабе. Собираем две победы. Давайте собираем. Великий Добави! Ура! Две победы, ребят. Кстати, так. И я так понимаю... тут ничего. Тут просто быстрее, да, теперь будет? Или что? Я что-то не понимаю. Ну, короче, ребята, я сегодня заработал две победы. Больше я пока снимать ничего не буду. Я и так длинная шея. Сегодня у меня была самая длинная шея. Чел... Чел, извини меня, что с твоей шеей?
Где этот чел? Почему у тебя такая длинная шея? Что с тобой? Ну ладно, ребят, что ж, спасибо всем за просмотр. Всем пока!